Итак, поехали дальше, посмотрим, из каких элементов состоит наша Е-книга. Итак, в верхней части у нас находится небольшой индикатор, который у нас сигнализирует о том, что идет считывание с карты памяти, либо прорисовка экрана, либо заряд аккумулятора. Экран вот такой вот большой, 6-дюймовый. Внизу находится кнопочка, она выполняет только одну функцию, это выход из приложения, либо просто назад. К сожалению, это не навигационная клавиша. Дальше, по бокам находятся две кнопочки, с этой стороны две и с этой стороны две. На них можно назначить практически любую функцию, то есть это можно перемещаться вверх-вниз по меню, на эту также можно назначить точно такие же функции. В общем, это многофункциональные кнопочки. На нижнем торце у нас расположено гнездо 3,5 мм стандартное, для того, чтобы можно было подключать наушники. Это USB выход и вход, собственно, для того, чтобы обмениваться с компьютерами данными. А это USB хост. Здесь у нас, видимо, ремешочек можно вешать. С левой стороны нет никаких разъемчиков. С правой стороны сетевое гнездо для подключения зарядки. На верхнем торце такая вот утопленная в корпус кнопочка включения телефона, выключения его и вывода специального меню. Здесь разъемчик для карты памяти, вот она высовывается, microSD. И вот такой вот стилус. Он раздвигается и сдвигается.